Друзья, привет! Сегодня очень интересный узор, который напоминает декоративные буфы. Уверена, многим пригодится в дальнейшей практике. Предлагаю перейти к мастер-классу. Раппорт составит 4 петли и 6 рядов в высоту. Пряжа в образце крокус троицкая. Все внимание на экран. Итак, первый ряд я снимаю кромочную, затем вяжу все петли лицевыми с дополнительным накидом внутри каждой из них. Во втором ряду снимаю кромочную, затем раскручиваю накиды в первых 4 петлях. Произвожу скрещивание 2 на 2 перед работой. Затем за получившуюся первую двойку завожу спицу, вытягиваю нить и провязываю эти 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. То же самое проделываю со следующей двойкой. Повторяю, раскручиваю накиды в следующей четверке, скрещиваю их петли 2 на 2. И вот таким образом далее их провязываю. Ну, пожалуй, это самый сложный ряд в данном узоре. Затем третий ряд. Его я провязываю просто лицевыми петлями. Аккуратно разделяя их между собой, чтобы не запутаться. И до конца ряда у нас идут лицевые петельки. Четвертый по узору я провязываю изнаночными петлями. Пятый ряд лицевыми, они также последуют у нас по узору. И, наконец-то, заключительный шестой ряд, его я по узору буду провязывать изнаночными. Друзья, ну мне очень понравилась эта техника сжатия рядов. Я думаю, в дальнейшем я сделаю несколько производных этого узора, так что не пропустите мои мастер-классы. И, конечно же, жду от вас лайков, позитивных комментариев и подписки на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А также приглашаю по ссылке на свой дзен-канал, там накопилось много интересных идей для вязания. Я желаю вам отличного настроения и скоро увидимся!